Президент фонда Аман Саулык Бахыт Туменова сегодня ньюсмейкер от общества несогласных. Она собрала экстренную пресс-конференцию, на которой обвинила казахстанские спецслужбы в непрофессионализме и топорной работе. Если их обнаружила 65-летняя пожилая женщина, не обучающаяся в спецшколе, по образованию врач, НПОшница, с глазами минус 10, обнаружила их, почему они такие плохие профессионалы? Кроме того вопроса вообще, имеют ли они право за мной следить? По словам госпожи Туменовой, следят за ней почти месяц. Никаких визуальных доказательств сегодня не предоставила, только обнародовала номера машин, которые, по ее мнению, ведут наружку. Правозащитник Евгений Жовтис комментирует это событие следующим образом. Такие действия, они же раскачивают лодку значительно сильнее, чем все остальное. Потому что если вы тратите государственные ресурсы на светскую, умеренную, демократически настроенную, даже не оппозицию, а часть гражданского общества, достаточно вменяемую и вполне разумную, то, соответственно, вы убираете эти средства из борьбы с радикалами, экстремистами, подпольщиками, террористами. То есть вы нерационально используете государственный ресурс. Между тем, в сегодняшнем Казахстане у силовиков хватает и других проблем, говорят правозащитники. Чего боятся люди? И, во всяком случае, тот Аман Саулык, который я знаю, та Туменова, которую я знаю, они никогда ничего не будут делать, направлены на подрыв государственного устройства. Пока пресс-конференция – это единственная ответная реакция Бахыт Туменовой. Обращаться в надзорные органы она не собирается. Это бесполезно, считает Бахыт. По солидарному мнению представителей гражданского сектора, законы в Казахстане не работают.